Мы написали какой-то урожай. Одного человека нет, что ли? И не будет? То есть еще раз напомню, что лежит в основе. Исходное требование, что Лагнижан обладает вот такой калибровочной неряженностью. Калибровочной, то есть локальная симметрия. Это колорная группа, а это специфическое слабое взаимодействие. Слабый за спин, слабый гиперзаряд. Это очень ограничительные требования на вид Лагнижана. Ну и мы его написали, когда, чтобы написать, надо задать, какие поля у вас есть, по каким представлениям они преобразуются. И плюс еще обычно условия перенормированности. То есть размерность оператора, входящих в Лагнижан, не больше 4-мерном пространстве. Тогда теория может быть перенормирована. Перенормируема. Это не гарантия, там есть отдельные дополнительные условия, но если размерность операторов, входящих в Лагнижан, больше 4, то она не перенормируема точно. Ну и вот что у нас там было. Были стандартные кинетические члены калибровочных полей векторов. Дальше фермионы, лептоны и кварки. У них тоже стандартные кинетические члены, описывающие взаимодействие с этими векторными полями. Однозначно, калибровочная инвариантность полностью это взаимодействие определяет, как в электродинамике, например, взаимодействие электрона с фотоном. И было еще хиггсовское скалярное поле, которая давала юковского типа взаимодействия скаляров с фермионами. Тут уже калибровочная инвариантность мало что дает. Ну, кое-что дает, конечно. Мы написали, есть два типа юковской связи. Специфика два типа потому получается, что в группе СО2 представление ниши – это дублет. Ну, например, левый кварковый дублет. Его можно так писать. Вот это изоспиновый индекс. 1, 2. Это 1, а это 2. Но в этой группе есть антисимметричный эпсилон. Такой, или можно индексы поднимать, опускать. И поэтому, если у вас есть, например, вот этот кварк, который преобразуется как изодублет, это называется фундаментальное низшее представление о размерности двоек. То есть это матрица, унитарная матрица, это два поворота, 2×2. То я могу опустить этот индекс вот таким образом. Сумма пошире. Назвать это, ну как хотите обозначить, вот так. И теперь у него индекс внизу, и он будет преобразовываться по сопряженному представлению. То есть какие-то антидубли, в смысле изоспин. Это только специфика группы СО2, еще раз повторяю.
Например, по колорам, когда у нас группа СУ-3, там вместо этого будет вот такой антисемитический тензор с тремя яйцами. И когда он действует на какой-то кварк, ну, пусть будет У-кварк, у которого колор вот такой, то получается не сопряженное представление, а получается двухиндексное представление, антисимметричное по двум индексам, шестимерное. Ну и в других группах тем более. Короче, это исключительный случай группы СУ-2. Поэтому в обычной группе, начиная с СУ-3 и выше, эти представления фундаментальные, они по-настоящему комплексные представления. То есть сопряженные представления не равны. А в группе СУ-2 в связи с такой ситуацией они называются псевдореальные представления. Потому что, имея представление фундаментальное, вы можете, это же просто числа 0,1. Это просто линейные комбинации. Делая такие линейные комбинации, вы поле, преобразующееся по фундаментальному представлению, можете проводить поле, преобразующееся по антифундаментальному. Ну вот, в связи с этой спецификой, когда у нас было хиггсовское поле и задублирование, ну, например, вот так его забарабитализовали, и есть еще антидублирование. И вот если вот это дублет писать, например, то я из него могу сделать вот таким образом поле фи с волной, которое с точки зрения СУ-2 преобразуется как антидубли. Оно не совпадает с сопряженным, обращая внимание. Это просто линейная комбинация из этих двух. Ну, можно ее расписать, это же мы явно все написали здесь. Например, фи с волной 1, это есть эпсилон 1,2 на фи 2. Фи 2 это фи 0. Эпсилон 1,2 это единица. Поэтому фи с волной с нижним индексом 1, это есть фи с верхним индексом 2. А фи с волной с нижним 2, это есть больше только. То есть фи с волной, на самом деле, просто перевернула их, и это будет вот такой дубль. Но с точки зрения группы СУ-2 он преобразуется по антифундаментальному представлению. Ну вот, поэтому появилась возможность сделать два типа инвариантных юкавских связей между кварками и полем Хиггса. И мы в прошлый раз это написали. Дальше константа связи юкавская, она ничем не забирается, симметрия ее не ограничивает. Поэтому для каждого дублета, кваркового или электронного, у вас будет, вообще говоря, своя константа связи, причем две константы связи. В зависимости от того, у нас было два типа юкавских связей, когда мы использовали фи, или фи с волной. Ну, поэтому на одно семейство у вас идет четыре константы произвольных. Две константы для кварка и две константы для электрона. И еще у нас три семейства. Ну, по электронам это электрон, неон и тав. По кваркам это У, С и С. Верхние кварки. А нижние D, S и B. F, не S. U, C, T,
Короче, сколько там набралось этих юкавских конца? На одно семейство 4 и на 3 семейства 12 конца. Они произвольны. Но, в общем, это более-менее все. В итоге я просто пытаюсь подвести какой-то маленький итог. Ну и посмотрим, я не знаю. Я не пишу снова этот Лагранжан, но он у вас написан. Еще раз на него посмотрим, как говорится, со стороны. Он, на первый взгляд, вообще никуда не годится в смысле эксперимента. Потому что все векторные поля безмассовые. Это требование калибровочной инвариантности. Она не разрешает написать массовый член Леона или этим W-бозоном, или этому B-бозоном. Раз. Второе. Мы видели, что написать обычную массу кварком или лептоном тоже невозможно. Так, чтобы она удовлетворяла нужную вариантность. Ну и все. А написать массу Х можно, типа φ крест φ. И самодействие у него там можно вставить, типа φ четвертый. Вот это наш Лагранжан. Но он описывает, ну, по крайней мере, на борновском уровне, без всяких, так сказать, пока что квантовых эффектов, на классическом уровне. Он описывает все векторные поля безмассовые, все кварк-лептоны безмассовые, и массивные может быть только Хиггс. Такой Лагранжан никуда не годится. Что мы хотим? Мы хотим, что леоны пусть останутся безмассовыми. Цветовая ККТ-шная С3-симметрия, мы ее не трогаем. Она сложная вещь, но, как говорится, отдельная история. Так? Но что касается слабой части, вот этой, то мы хотим, чтобы она нам описывала фотон, который действительно безмассовый, но остальные три векторных мезона должны быть очень тяжелыми. Это W плюс-минус с массами где-то 80 гев. И Z0 бозон с массой 92 где-то гев на эксперименте. Ну поэтому это никуда не годится. Раз. Потом все кварк-лептоны тоже имеют массу, самые разные. Они у нас пока все без массы. В общем, на первый взгляд, ничего хорошего вообще нет. Но теперь мы начинаем обсуждать, как выпутываться из этой ситуации. Основывается это на двух явлениях. Первое, более общее явление, это явление спонтанного нарушения симметрии. Вот мы сейчас начнем с него, я это сотру. А второе, оно само по себе необходимо, но недостаточно. Цель состоит в том, чтобы этот Лагранжан, который на вид абсолютно не то, что нам нужно, на самом деле в нем скрыты возможности, которые дадут массы, какие нужны всем, кому нужно, в итоге. И вот сейчас будем это выяснять, как это можно получить. Значит, первый необходимый элемент – это спонтанное нарушение симметрии, а второй – это так называемое явление Хиггса. Ну вот по очереди поговорим. Значит, что такое спонтанное нарушение симметрии? Спонтанное переводится как самопроизвольно. То есть никто его со стороны, в отличие от явного нарушения симметрии. Явное нарушение симметрии – это когда вы в Лагранжане имеете какие-то куски, которые явно не инвариантны по отношению к интересующей вас какой-то симметрии. Ну, например, вы вставили с ним в электродинамике вот такой, с массой фотона. Это потенциал фотона, а это его масса. Он
ультрадиодно не говорят. Если вы будете перекалибровывать восьмитонные ампулы, то он, конечно, не инвариант. Ну и поэтому вот это есть пример явного нарушения симметрии. Когда уже на гражданах не инвариант. И таких примеров можно сколько угодно. Вот, например, КХД, это мы уже обсуждали. Массе уйдет кварка. Если МО равно МД, то у нас будет точно изотопическая симметрия, когда мы можем объединить УД в изотоплет и крутить по СУ2 изоспин. Но если МУ не равно МД, то это можно так переписать. Числа просто, МУ и МД. А вот это операторы кварковых полей. Вот это изодублет, изосинклин. Он инвариант по СУ2 поворотам. Поэтому он не нарушает изотопическую симметрию сам по себе, если даже эти два числа, две массы не равны. А вот этот оператор, это третья компонента изовектора. И он при СУ3, при СУ2 поворотах, он перемешивается с остальными двумя заряженными компонентами изовектора. И поэтому он не инвариант. Поэтому именно вот этот член явно нарушает изотопическую симметрию. Если ему равно МД, он выпадает, симметрия будет. А разность масс кварков является явным нарушением. Вот это тривиальные какие-то простенькие примеры, когда у вас просто в окружении есть какие-то члены, которые явно не инвариант. Если они маленькие, то могут быть эффекты от них. Маленькие – это отдельный вопрос. Что такое спонтанное нарушение симметрии? Это когда у вас в окружении строго инвариант. Так? А основное состояние, которое будем называть вакуум, не инвариант. Ну вот сейчас мы начнем с самых простых примеров и постепенно будем их усложнять и доберемся до того, что нам нужно для слабого взаимодействия. Поэтому я начинаю с некоторых самых простых абстрактных примеров. Пусть есть одно скалярное поле Фи. Лагранжан имеет вид такой. То есть это стандартный кинетический член, а это потенциал. Потенциал на стрелку такого вида. Ну, как его записать? Силу вкуса. Я один раз сейчас это раскрою. Феноль – это некоторая константа. Поэтому вот этот член феноль четвертый, это просто констант, это не оператор. Это сдвигает начало отсчета энергии. И всегда можно его выбросить переопределением начала отсчета энергии. Поэтому вот два значащих члена. Один член – это оператор Фи квадрат, и при нем коэффициент играет роль массы в квадрате. Это понятно? При Фи квадрате.
Все остальное при нем это число. Лямбда это константа. Фи ноль константа. Поле это фи. И член фи четвертый описывает нетривиальное уже взаимодействие, где в вершине встречаются четыре поля. Это вот такая вершина. И тут стоит там, это константа связи. Ну поэтому можно это выбросить и писать потенциал в таком виде. А можно добавить константу и привести его в таком виде. Это, по сути, одно и то же. Вопрос удобства. Я предпочитаю этот вид. Поэтому этот я сотру. Но вы должны понимать, что это одно и то же. Это просто сдвижка начала счета энергии. Ну давайте нарисуем этот потенциал, как он выглядит, как функция фи квадрат. Вот фи, вот фи, вот ноль. Но как он выглядит? Значит, константа лямбда должна быть положительной. Я уже вам об этом говорил. Чтобы в области больших полей, когда фи очень большой, у вас потенциал был вот такой. От фи. Фи у нас сейчас вещественное, однокомпонентное поле. Вещественное. Если лямбда будет отрицательной, у вас при больших полях будет вот сюда идти потенциал, вниз. У вас не будет основного состояния, вакуума вообще, это понятно? Оно провалится по энергии на минус бесконечность. Самая минимальная энергия при отрицательной лямбде будет при фи стремиться к бесконечности. Плюс или минус. Но поэтому вакуума не будет. Так что лямбда больше нуля – это вообще условие стабильности. А константа фи ноль, во всяком случае, любая. Ну, только вещественная, поскольку поле вещественное. Но само фи ноль может быть положительным числом или отрицательным. Это тоже не важно. Не так я сказал. Значит, давайте я по-другому обозначу, чтобы не вводить обозначение невредимым заблуждением. Ну пусть это будет, я не знаю, А. А это некоторая константа. Конечно, вы можете написать, что А равно фи ноль квадрат. Но, значит, когда вы пишете фи ноль квадрат, то кажется, что это положительная величина. Вот это не так. Поэтому я... Фи ноль квадрат на самом деле любая величина. Она может быть положительная, а может быть отрицательная. Вот что я хочу сказать. Поэтому давайте ее пока обозначим по боям. Тогда легче будет воспринимать, что это А может быть положительное, может быть отрицательное. Оно только должно быть вещественным числом. Это единственное ограничение для нашего случая. Так вот, пусть А будет отрицательным. Тогда я его перепишу. Вот так будет выглядеть наш потенциал. И качественно он будет выглядеть вот так. У него минимум в нуле, видно на глаз. А по мере того, когда фи отклоняется от нуля, энергия потенциально только растет. При малой фи она растет как фи квадрат, а при больших фи доминирует член фи четвертый. Вот тут порадовал фи квадратный кусочек. А при больших полях вот тут уже растет быстрее. Парабола, например, так шла, а фи четвертый растет быстрее. Видно? А. Да, правильно. Сейчас поправимся. Это потому, что я сдвинул начало на счета энергии. Ну хорошо. Тогда мы.
будет 0. А это будет число лямбда r квадрат. Ну, минимум будет при φ равном 0. Ну вот, что из себя представляет физически такая теория? Ну, опять, если я распишу, то это будет лямбда а квадрат, φ квадрат, будет лямбда φ четвертой, а константу можно выбросить. Она, эта теория, есть нормальная теория одного скалярного поля. Вот то, что здесь стоит, это есть μ квадрат пополам. Это половина его квадрата массы. Это понятно? Стандартным образом. И это положительная нормальная масса, потому что это положительное число. А это его четырехточечное взаимодействие с константой лямбда. То есть если лямбда маленькая, можно делать стандартную теорию возмущений по этому взаимодействию. У нас будет одна вершина, фи четвертая встречается в одной точке, вершина лямбда. Ну и если лямбда маленькая, пойдут поправочки маленькие. Ну, по каждой петле будет лишняя степень малая лямбда. Ничего принципиально они не меняют. Поэтому нечто борновское приближение. Если лямбда стремить к нулю, то это свободное скалярное поле с массой мю. Нормальной массой мю. Оно как-то нелинейно, немножко сладенько само с собой взаимодействует. Ну, немножко это будут добавочки к массе. Ну, например, будут добавки к массе типа мю, пусть это будет мю с волной. А это, мю квадрат это, вообще говоря, просто параметр Лагранжа. Это не есть наблюдаемая масса. Наблюдаемую массу надо искать как полюс пропагатора полного. Тут будет добавка, ну я условно напишу, там, типа, допустим, лямбда на 4π плюс там, допустим, лямбда на 4π квадрат логарифм там что-нибудь. Ну, короче, обычно пойдут петлевые поправки. При малом лямбда они маленькие, ничего принципиально не меняется. А m с волной я понимаю как наблюдаемую массу. Положение полюса пропагатора. Ну и на этом вся эта теория заканчивается. Так, еще раз. Если константа А, вот так определенно, отрицательна, то это будет теория одного нормального скалярного поля. У него минимум в основном состоянии. У него минимум будет 0. Вот. Масса у него будет мю и слабенькое самодействие, которое можно считать по теории возмущения в каждом порядке. На этом вся эта теория заканчивается. Теперь, насчет симметрии. Этот Лагранжан обладает симметрией. Но это такая очень слабенькая, дискретная симметрия. Z2 так называется. У нее всего два элемента. Это замена φ на минус φ. Он инвариантен по замене φ на минус φ, что видно. Ну и потенциал симметричен. И средняя по вакууму. Вот это тоже удовлетворяет этой симметрии. В том смысле, что если я сделаю вот эти преобразования симметрии, φ перейдет в минус φ, но поскольку 0 это 0, то в этом смысле вакуум тоже творяется. Вот в этом смысле.
Ну все, на этом с этой теорией следует, она совсем. Теперь пусть А будет положительным, вот эта константа. Тогда вот это, то, что играет роль параметра ν квадрат, это будет отрицательное число, равное минус лямбда на А квадрат по модулю. И график будет уже выглядеть по-другому. Я это просто сотру. Я еще раз повторяю. Вы должны на вот это все смотреть. Там лямбда, А, и, если там еще что-то. Если там просто параметры, входящие в Лагранжа. Они не обязаны совпадать прямо с какими-то наблюдаемыми величинами. Так что об этом надо все время помнить. Вот, если это отрицательно, то мы видели, что лямбда на А квадрат, это будет квадрат наблюдаемой массы пополам. Ну, наблюдаемой в том смысле, что с точностью до маленьких петлевых квадратов. Но если наша А, вот это положительно, вот так, то это тоже ν квадрат можно всегда обозначить. Но это число ν квадрат будет отрицательным. И график будет теперь другой потенциал. У него минимум будет при φ равном плюс-минус А. И в этом месте будет 0. А в остальных местах он будет выше нуля. Поэтому он выглядеть будет как золотая. Да? Согласны? Ну, симметрично, конечно. По замене φ на минус φ. Тут немножко не симметрично. Стараюсь. Значит, в классическом приближении, что из себя представляет основное состояние, то есть вакуум? Это состояние с минимумом энергии. Минимум энергии достигается, если поле φ равно константе, тогда кинетический положительный смерть будет на минимуме, в нуле. И надо взять минимум потенциал. Это понятно? Ну, поэтому, прямо глядя на картинку, в классическом пределе смотрим, где у потенциала минимум, там это в борновском приближении, без квантовых петлевых поправок, это будет основное состояние, это будет энергия вакуума. Если самодействие маленькое, лямбда маленькая, то петлевые поправки маленькие, они еще вообще говоря не меняют. Поэтому смотрим на этот график и видим, что вместо одного вакуума в нуле, в смысле, при φ равном нулю. Теперь в такой теории будет два разных вакуума, при φ равном А и при φ равном минус А. И с энергией равной нулю. Абсолютная величина этой энергии, повторяю, она не физическая. Начало счета энергии в обычной теории не фиксируется. Но то, что, например, минимум. Мы когда нарисовали этот график, мы уже тем самым выбрали определенное начало счета энергии. Но минимум теперь будет два вакуума. Первый, назовем его 0 плюс. Нулевой энергии, но с разным значением поля φ в этом состоянии. И что тут видно? Посмотрим, как действует наша симметрия по замене φ на минус φ. И видно,
видно, что вот это условие, оно само по себе не инвариантно и не обладает этой симметрией. В замене фи на минус фи это меняет знак, а это просто число и число. Поэтому вот это и называется спонтанное нарушение симметрии. Что хотя на нарушенном варианте, но форма взаимодействия такова, что в основном состоянии некоторая функция поля есть, которая не равна нулю в основном состоянии. И она такова, что при преобразовании симметрии она не инвариантна. В данном случае это функция поля, это просто фи среднее. Но надо всегда помнить, что симметрия, она никогда не может куда-то пропасть и раствориться, так сказать, в чистом воздухе. Она просто по-другому реализуется. И в данном случае она реализуется так, что при замене фи на минус фи эти вакуумы переходят друг к другу. Вот так, это симметрия, дискретная в данном случае, она реализуется так, что у вас есть два физические эквивалентных вакуума, которые этой преобразованием симметрии переставляются просто друг в друга. И физика в окрестности этого минимума, если мы будем рассматривать малое возбуждение, и в окрестности этого они будут абсолютно эквивалентны. Вот это и есть пример спонтанного нарушения симметрии. Что рассматриваем отдельно окрестность фи равна А по модулю, вы видите, что симметрия вроде бы нарушилась. Но на самом деле она никуда не пропала, а она реализуется вот таким образом, что есть второй вакуум, который получается с первого именно при образовании симметрии. И физика в этом вакууме, ну, по крайней мере, при малых возбуждениях, и в этом они одинаковы. Вы можете выбрать, в каком вакууме вы хотите жить, или в окрестности этой точки, или в окрестности этой точки. И дальше там делать теорию возбуждения по малому лянду, уже ничего тоже не изменится качественно. Ну, поэтому посмотрим, что из себя представляет эта теория, ну, скажем, в окрестности этого минимума. Эфира равна. Вы видите, физика не изменится, физика только самого скалярного поля, или вообще все эти теории? Физика этой теории в целом. То есть то, что мы будем наблюдать, если мы будем смотреть флуктуации в окрестности фи равной А, какой спектр возбуждения, какие амплитуды рассеяния и так далее. Или то же самое, если мы начнем с окрестности фи равной минуса, то мы более-менее то же самое наблюдаем. Ну, поэтому возьмем этот, например, вакуум, и посмотрим, что за спектр возбуждения или что из себя представляет теория в этом случае. Для этого надо написать так, что фи равно это число, это константа. И а еще раз. Надо написать фи равно. Это будут квантовые флуктуации вокруг этого классического среднего по вакууму. Это просто число. А квантовое поле, вот оно. Понятно, о чем я говорю? Да, понятно. Хорошо. Ну так вот это надо подставить в Лагранжа. Ну, может быть, по-другому обозначить какой-нибудь другой буквой. Пусть будет хи. Вот это будет квантовая флуктуация. Это просто смешанная константа. Когда я поставлю сюда под знаком производной, эта константа вылетит, и поэтому кинетический член будет до хи квадрат. А потенциале надо подставить вот сюда. И он будет как выглядеть?
так. Тут без квадрата. Так, чи ти не то? А. Да. Давайте я вернусь. Я прошу прощения, я привык к этим обозначениям, да? Поэтому вот тут у меня был квадрат. И фи среднее было равно фи ноль. А тут надо, а если фи квадрат, если вы это обозначаете буквой А, то это будет не А, а корень из А. И все молчат, и никто не обращает внимания. Поэтому давайте букву А уберем, раз уж осознали, что дело не в обозначении, фи ноль. Феноль параметр какой-то, число и число. Тут минимум в точке феноль, тут минимум в точке минус феноль. Феноль квадрат сокращается. Остается 2 фи ноль фи плюс фи квадрат, и все в квадрате. Пишем дальше. Фи ноль квадрат теперь у нас положительное число. Вот такой потенциал. Где физическое квантовое поле теперь это хи. По определению. Хи в нашем вакууме чему равно? Среднее по вакууму от этой ситуации. Нулю, тождественно. Ну и то же самое по второму вакууму. Мы то же самое раскладывали, как малую флуктуацию вокруг этого места. Так, мы смотрим. Вот член хи квадратный по полю. То, что при нем стоит, это есть квадрат массы пополам. И это положительное число в данном случае. Равно вот чему. Поэтому это у нас будет теория, описывающая массивное поле хи вот с такой массой. Обратите внимание, это не та масса, которая была, когда здесь был плюс. Когда здесь был плюс, я раскрою, посмотрю коэффициент при фи квадрат, это будет 2 лямбда фи ноль квадрат. А фи болтается вокруг нуля, это то же самое, что там это хи, который тоже болтается вокруг нуля. Так вот, тут был такой коэффициент, а здесь коэффициент 2 раза больше. Когда здесь был плюс, это была теория одного свободного массивного поля фи, у которого квадрат массы пополам подравнивается этому числу. А теперь, когда здесь минус, то это теория поля хи, у
которого квадрат массы вот такой, в два раза больше по сравнению. Понятно, о чем я говорю? Когда же стоит плюс или минус, то и то, и другое будет описывать нормальное поле с вещественной положительной массой, но она будет разная. Это раз. Во-вторых, вот эти нелинейные члены, хи в кубе и хи в четвёрке, они уже описывают самодействие. И появился хи в кубе член, которого там не было вообще, когда это болталось вокруг нуля. Этот член явно не инвариантен по замене хи на минус хи по нашей симметрии. Он и не должен быть инвариантен, потому что у нас уже произошло спонтанное нарушение симметрии. Поэтому инвариантность теперь реализуется так, что если я напишу Лагранжа в виде флуктуации вокруг этого вакуума и сравню с тем, что у нас написано вокруг этого вакуума, то при замене хи на минус хи они должны переходить друг друга. Вот так эта симметрия наша теперь действует. Она переводит из одного вакуума в другой. Но физически все наблюдаемые будут одинаковы. Итого, на этом эта теория тоже кончается. Потому что при малой константе связи, посмотрите, вершина хи в кубная, она тоже содержит малый параметр лямбды, и хи четвертый тоже. Поэтому петлевые поправки будут тоже все маленькие. С той разницей, что кроме этой вершины четырехчастичной, появится еще вот такая вершина, в которой стоит лямбда, фи 0 квадрат, что ли, коэффициент. 4 лямбда фи 0 квадрат. Вот у нас будут диаграммы с двумя вершинами, такими и такими. А когда тут был плюс, у нас была только одна вершина фи 4. Которая под лямбдой инвариантом заменит фи на минус фи, спонтанного нарушения симметрии не было, это была, как говорят, тривиальная реализация симметрии. Вот это. Когда среднее по максимуму было инвариантно по нашей симметрии. А здесь оно не инвариантно. При замене фи на минус фи это выражение не переходит само в себе. Оно переходит в другой вакуум. Вот это самый простой пример, когда у вас есть явная инвариантность Лагранжа по некоторой симметрии. В данном случае это всего лишь дискретная симметрия, состоящая из двух элементов. Фи и минус фи. И хотя Лагранжа инвариантен, но в зависимости от того, какого вида тут будет потенциал, реализоваться эта симметрия может качественно разным образом. Или тривиально, вот так, когда в основном состоянии в вакууме эта инвариантность явно выполняется. Или нетривиально, это называется спонтанное нарушение симметрии. Когда в вакууме эта симметрия сама по себе не выполняется, а реализуется она таким образом, что если вы имеете какой-то один вакуум и сделаете преобразование симметрии, то вы получите другой вакуум, физически ему эквивалентный. Вот так симметрия теперь реализуется. Это называется спонтанное нарушение. Хотя, строго говоря, это никакое не нарушение. Это просто другой способ реализации симметрии. Не такой тривиальный, к которому привыкли. Ну вот. На этом, с этим, как говорится, простеньким примерчиком все. Теперь будем его обобщать. Пусть фи будет теперь комплексным полем. Так? И Лагранжа выберем в таком виде. Это
это потенциал. Потенциал теперь будет выглядеть так. Двумя степенями свободы. Но как ее параметризовать, дело вкуса. Можете написать, например, что фи равно фи 1 плюс и фи 2. Где это два вещественных поля, фи 1 и фи 2. А можете написать, что фи равно ро е в степени и альфа. Это все функции х. Где ро и альфа тоже два вещественных поля, но по-другому запараметризованы. Ну и ясно, что, например, φ1 будет равно ρ косинус альфа, а φ2 будет равно ρ синус альфа. Это вопрос замены перемен. Важно то, что здесь две теперь физических степени свободы. Это два независимых поля. А когда это было вещественное поле, это была одна степень свободы. Так. Ну и пишем и рисуем то же самое, только теперь здесь надо отбавлять фи по модулю. Потенциал у нас есть функция только модуля. Фаза альфа не входит сюда. Потенциал. Ну и опять смотрим. Минимум кинетической энергии опять будет, когда фи в целом и фи, фи сопряженное равны нулю. Это положительно определенная величина в Евклиде. Ну поэтому смотрим на минимум потенциала. Минимум потенциала дает вакуум в классическом пределе, пренебрегая квантовыми петлевыми поправками. А если константа связи маленькая, то и поправки маленькие, ничего же не изменят качество. Так, ну поэтому картинка будет такая же, с той разницей, что это будет ось фи по модулю, то есть ро. А от фазы альфа потенциал вообще не зависит. Это немая переменная. Поэтому на самом деле это надо себе так представлять. Пусть вот это модуль фи, а угол альфа будет у нас крутиться вот так. Поэтому вот эту штуку надо раскрутить вокруг этой оси. Понятно? Получится такая кастрюля вот с таким выгнутым дном. Или это не кастрюля, я не знаю. Что это такое? Бутылка. Бутылка. Чтобы была бутылка, ее должно быть сверху горлышко. Тут нет горлышка. Не важно, как мы это назовем, важно то, что теперь у нас будет симметрия какая в этой теории. Она теперь непрерывная. И вместо вот этого стираем, будет преобразование бесконечно много. Можно заменить фи. Где в это константа. Если я заменю фи, изменю фазу, то только константная бета, любая, то видно, что у нас лагранжан инвариант. Видно невооруженным глазом. Если бета константа. Ну, можно ее ограничить. Например, так. Неважно сейчас. Важно то, что это непрерывная адлеровская симметрия, это группа Вольте. Это кручение вокруг одной оси. Даже в случае вот это глобальная симметрия, но она уже непрерывная. В ней бесконечно много элементов. Бета, вот ее параметр, который бегает непрерывно
Это бесконечный шлоточек в этом интервале. Хорошо. Дальше повторяем все то же самое, но только помним, что это теперь раскрутилось. И вместо двух точек это будет целое колечко. Когда байта бегает от 0 до 2 пи. И каждая точка на этом колечке это фи по модулю, то есть ро равно фи 0, а фаза любая. Поэтому у вас тут бесконечно много вакуумов теперь. Они образуют целое колечко, это непрерывное вводит семейство. Это намного более сильная симметрия, чем была раньше, дискретная. Ну и опять, если у вас тут стоит плюс потенциально, то минимум будет при фи равно нулю, как целое. То есть фи 1 равно нулю и фи 2 равно нулю. Только тогда у потенциала будет минимум, чтобы фи по модулю. Потенциал, вообще говоря, забивает только модуль, да? Но если я начну с вакуума, в котором фи равно нулю, и изменю его фазу, то нуль останется нулем. То есть это условие реализует симметрию, то, что мы называем тривиальным. Оно инвариантно по нашей, по преобразованию нашей симметрии. Ну и поэтому, что будет спектр? Будет одно комплексное поле, или, если хотите, два вещественных поля с одинаковой массой, равной. Только двоек не будет, вот эту двойку, одну, вторую теперь не надо для комплексного поля. А то, что здесь стоит при фи, сопряженное фи, это будет не масса квадрат пополам, а просто масса квадрат, без пополам. Ну и поэтому, если тут стоит плюс, тут будет стоять плюс, и теперь не надо пополам. И мы скажем, что это будет одно комплексное поле с квадратом массы равным лямбда фи 0 квадрат. И с вот таким взаимодействием, только теперь тут стоит фи на фи сопряженный. Ну вот такие очевидные изменения. Короче. Это будет очень простая теория, снова типа Фи-4, только для комплексного поля. У вас будет две частицы. Как вы это параметризуете, дело вкуса. Можете взять Фи-1 и Фи-2, как два вещественных поля. А можете взять вместо них, например, Фи-1 плюс и Фи-2, и Фи-1 минус и Фи-2. То есть Фи и Фи сопряжены. Это тоже можно взять за две независимых степени свободы. Это будут две частицы с квадратом массы, равным лямбда фи 0 квадрат. И слабенько, с маленькой лямбда, вот так самодействующе. Ну и все. Если же тут стоит минус, то вакуум будет в точке фи 0, где фи по модулю равно фи 0. Это теперь будет не фи, а ро определяться. Это никакого плюс-минуса не будет. Ро будет равно фи 0, а фаза произвольная от 0 до 2 пи. У нас бесконечно много теперь вакуумов. Они все физически опять эквивалентны. И в данном случае спонтанное нарушение симметрии переводит, оно меняет фазу. Наша симметрия меняет фазу поля фи. И поэтому она просто гоняет по этому колечку. Это понятно?
Если вы, значит, возьмете и начнете с любой точки, вы можете здесь написать Е в степени И какое-то число бета-0. Это выбор точки на этом колечке. Это понятно? Ну теперь можете эту фазу сдвигать как хотите, и вы будете бегать по этому колечку, и это будет все ваше. Вы будете знать, что же это. Их теперь бесконечно много. Симметрия между ними как раз перетаскивает из одной точки в другую, из одного вакуума в другой. Только теперь их целое непрерывное семейство вводит. Значит, как надо действовать? Надо выбрать один какой-то вакуум. Они все будут физически эквивалентны. Ну и, естественно, люди всегда выбирают попроще. Вот так. Точку спасать равную нулю. Да? Вот это, например. Если у нас бета будет отсчитываться отсюда. Ну и теперь будем раскладывать и смотреть квантовые функции вокруг нашего выбранного вакуума. Вот теперь будет кое-что уже нетривиальное. Что касается потенциала, тут изменения тривиальные. Значит, еще раз. Вот мы выбрали вакуум. Теперь напишем, что фи равно... Я буду использовать вот эту параметризацию. Одна степень свободы будет модуль и его флуктуация, а другая фаза ее флуктуации. Можно и эти использовать, это вопрос удобства. Я буду вот эти использовать. И поэтому пишем. Ну пусть это будет сильно. Вот это будет флуктуация модуля, более сильно. А это его классическая средняя по вакууму равная числу фи ноль. Вот она. А поскольку фазу мы выбрали вакуум с нулевой фазой, то вот это будет флуктуация фазы. И очевидно, что в нашем вакууме сигма равна нулю и альфа равна нулю. Согласны? Это выбор вакуума. А? Нижний выбор вакуума. Что? Нижний выбор вакуума, а верхний обязательно. Нет, это тоже выбор вакуума. Он нетривиальный. Это как шкур. А, нетривиально в том смысле, что вот тут есть не нулевая константа. А это точество. Нет, вот это точество, а вот это выбор вакуума. Так, давай. Так. Теперь, вы видите, что потенциал от переменной альфа вообще не зависит. Он функция только модуля ρ. Вот тут стоит ро квадрат и все. Но в этом альфа туда вообще не входит. Пишите ро квадрат. Подставляете ро. Вот оно. Это его среднее по вакууму. Это константа. Вот это его квантовая флуктуация. Ну и будет тоже приблизительно, что я здесь и беру. Видно, что ρ будет массивным полем с квадратом массы где-то вот, ну, вот такой. Точно, если там двойки надо ловить. Вот если букву Х заменить на ρ, то будет то, что мы сейчас делаем. Согласны? На сигму. На сигму, то есть, да. Ну и поэтому поле сигма в
будет массивное поле, вот это будет, но нейтральное, в смысле вещественное поле. Сигма и альфа – вещественные поля. Поэтому вот тут будет стоять вот это самое, и тут будет стоять сигма квадрат. Но теперь это будет квадрат массы сигма пополам, равный 4 лямбда фи ноль квадрат. Будет массивное поле сигма вот с такой массой. Повторяю, сигма – вещественное поле. Я напомню, я вижу проблему. Когда у вас вещественное поле, погрешан выглядит так. 1/2 делю фи квадрат минус мю квадрат пополам фи квадрат. И вот тогда он описывает одно вещественное поле с массой мю. Тут половинки стоят. Если же у вас комплексное поле, то Лагранжан выглядит так. Половинок нет. И он описывает два независимых поля, каждая с массой мю. Ну поэтому, когда у нас тут стоит сигма, это вещественное поле. И поэтому этот коэффициент надо приравнять к половинке его квадрата массы. А дальше будут члены типа сигма куб и сигма четвертый с маленькой лямбдой. Они будут маленькие поправки. Но это не все. Посмотрим теперь на кинетический член. Так, что тут стереть? Квадратный с коэффициентом вот этим кинетического члена. И тогда вы увидите, чему равна масса. Потому что вы понимаете, что переопределить поле φ, это же переменное интегрирование функционального интеграля. Это же замена переменных. Она сама по себе
условно. Важна относительная величина. Поэтому еще раз. Вот эта теория описывает частицу с массой ню. Так? Вот эта частица. Теперь, допустим, такое лагранжа. Теперь я скажу, переобозначу фи, фи делить на корень из двух. Фи со шляпкой на корень из двух. И это будет вот так. Но тут теперь будет фи со шляпкой на 4. Вот теперь я вижу, что это будет... Масса в корень из двух раз меньше. Да? Да. Ну вот. Я только это и хотел как-то сказать. Поэтому я тут неправильно написал. У нас кинетический след на сигма, он без половинки. И поэтому масса будет в корень из двух раз меньше, а квадрат массы в два раза меньше, чем это число. Поэтому будет вот так. Ну, всегда можно разобраться самим. Короче, поле сигма будет нормальное массивное поле. Вот где-то с такой массой. И с маленькими нелинейными самодействиями сигма куб и сигма четвертый. Для него качественно быстро то же самое, что было раньше. Нетривиально идет по альфе. Раскроем этот квадрат. Тут будет стоять член. Фи ноль квадрат для альфа квадрат. Чтобы... Вот эта альфа, так как она введена, это безразмерное поле. Поэтому у него размерность не каноническая. Но я всегда могу переопределить. И возьму, напишу фи ноль, загоню в альфу и назову альфа со шляпкой. И это будет одна нормальная размерность. И это будет d альфа со шляпкой в квадрате. И это будет нормальный кинетический член поля альфа со шляпкой. Я константу туда загнал феной, понимаете? Это же ничего. Дальше будет член перекрестка, который будет сигма, феноль сигма, значит это будет... Делим альфа квадрат, а тут будет стоять сигма на число фи ноль. И наконец будет член делим альфа квадрат, сигма квадрат со шляпкой. Фи ноль квадрат. Ну вот смотрим на это кусок лагранжана, который описывает взаимодействие поля альфа со шляпкой. Вот это его нормальный кинетический член. А двойка? А где тут двойка? А, двойка. Ну, двойка, да, вот тут формируется. Ну и смотрим, что это за теория. Есть нормальное поле альфа с нормальным кинетическим членом. А это его взаимодействие с полем сигма. Вот эти два члена. Но они, конечно, не очень привычны, потому что оно идет с производной все время. Ну, идет и идет, никуда тут ничего не изменишь, так? Что тут важно? Считаю, что сигма маленькая флуктуация по сравнению с его масштабом в феноле. Так? Можете считать, что эффективно это, ну, довольно слабенькие взаимодействия. Поэтому первое приближение можно выбросить. И что останется? Самое главное, здесь нет потенциала для поля альфа. То есть нет таких членов, где бы альфа входила без производства. Видно? Оно входит только под знаком производства. И ясно почему. Потому что у нас была симметрия по изменению фазы φ на константу. Это есть сдвижка альфа на константу. Альфа сдвигается на альфа плюс бета. Только альфа это поле, а бета константа, это глобальная. И у нас была инвариантность по сдвижке альфа на поле на константу. Если бы у вас был потенциал, куда входила бы альфа без производной, и вы попытались бы альфа сдвинуть на константу, это не было бы инвариантность. Поэтому
То, что у нас нет, что поле альфа не входит в потенциал, потенциал входит только модуль, ρ. А альфа входит только под знаком производных. Это следствие нашей симметрии. Ну и поэтому, если я здесь буду сдвигать альфа на константу, это инвариант. Так и должно быть. Лагранжан инвариант. Но с точки зрения того, что мы будем теперь наблюдать в этой теории, это какие-то слабенькие взаимодействия. И первое приближение, если я их выкину, останется только кинетический член поля альфа со шляпкой, а потенциал будет равен нулю. Это будет безмассовое поле. Вот что главное. И немножко вот так с полем сигма взаимодействия через производные. Итого, посмотрим, что за теория получилась у нас. Мы взяли комплексное сканарное поле и потенциал такого вида. Если тут будет стоять плюс, это число я все время буду считать положительным, чтобы не двигаться. Пардон. Если тут будет стоять плюс, то это будет описывать нормальную скалярную теорию, где будет два поля, например, здесь сопряженные. Но не ρ, а обратите внимание. Когда тут стоит плюс, то минимум поля φ будет в нуле. И поэтому вот эта параметризация, она будет неадекватной. Потому что ρ будет болтаться вокруг нуля, и альфа будет болтаться вокруг нуля. Вы можете ее использовать, но вы видите, что если ρ болтается вокруг нуля, вот этого нет. И сигма будет просто равна ρ. И тогда у вас даже не будет кинетического члена альфа нормального. Вот этого не будет. Видно? Но тогда это неадекватная параметризация. Адекватная параметризация будет типа вот это подходящее. Где будут нормальные кинетические члены в этих двух полях. А дальше нелинейность можно по теории возвращать. Ну поэтому, когда тут стоит плюс, это будет теория, описывающая слабенькое взаимодействие двух полей, φ1, φ2, или φ запряженное. У них будут массы, ну, пропорциональные φ0, умножить на ля, φ0 квадрат. Ну и все. Это будет, ну, простенькая такая теория. Если же тут стоит минус, спектр совершенно другой. Вот это будет достаточно адекватная параметризация квантовой степени свободы. И модуль будет флуктуировать не вокруг нуля, а вокруг точки φ0. Вакуума будет бесконечно много, целое колечко. Все физические эквиваленты. Можно выбрать любой и там жить. И спектр будет состоять из массивного поля сигма и безмассового поля альфа, которое вот так как-то взаимодействую с маленькой константой. Вы видите, что совершенно разные теории получаются. Спектр, в смысле, наблюдаемых масс абсолютно разный. Вот это есть тоже спонтанное нарушение симметрии, но теперь это спонтанное нарушение непрерывной симметрии. Раньше она была дискретной, а теперь ее целое непрерывное семейство. И как результат, у нас в спектре появилась безмассовая частица. Вот это называется, как мы назовем, лучше обратно выходит. Доказывается в общем виде, называется теорема Голдстона. Она состоит в следующем. Я еще раз извиняюсь, что то, что она тут появится, безмассовая частица, ясно, без всяких теорем Голдстона, да? Смотрите еще. У нас есть варианты с подвижки альфа на константу. Поэтому, если альфа будет подходящей физической степени свободы с нормальным кинетическим членом, то потенциала у него быть не может. Потому что инвариантность потенциала, куда входит альфа, без производных, и сдвинуть его на константу будет невозможно. Ну, например, если у вас была
член с массой альфа, то он бы имел вот такой вид. Он не инвариантен по списке альфа на констант. Но поэтому ясно, что если альфа, если ро будет болтаться не вокруг нуля в вакууме, если произойдет спонтанное нарушение симметрии, то альфа будет адекватно перемены. У него будет нормальный кинетический член, потому что вот тут есть константа, не нулевая. А потенциала у него не будет. Это не значит, что это свободное поле. Оно взаимодействует, но только через производство. Поэтому в первом внешнем борновском приближении это будет свободное безмассовое поле. Это принципиально. Это и есть теорема Голдстоуна в самом простеньком варианте. А именно, она утверждает следующее. Вот в данном случае была такая простенькая симметрия, но уже непрерывная. И это принципиально важно. Потому что теорема Голдстоуна к дискретным симметриям не относится. Дискретная симметрия – это не поле. Поле, как функция х, это бесконечное число степеней свободы. Это понятно? В каждой точке. В каждой точке х – это поле с одной степенью свободы, как функция t. А х – это число степеней свободы с точки зрения квантовой механики. Не хочу в это углубляться. Ну, два слова. Возьмите одну частицу, как в квантовой механике, один электрон. Там, да? Вот это одна степень свободы. А теперь возьмите струну. И разбейте ее на бесконечно маленькие кусочки. Каждый кусочек будет как один электрон, как одна степень, когда эта струна вот так группирует. То каждый бесконечно маленький кусочек струны, это квантомеханическая одна степень свободы. А у нее, у этой струны, их будет бесконечно много в непрерывном пределе. Это будет одномерная теория поля. Понятно, о чем? А если вместо струны возьмете мембрану, то это будет двумерная теория поля. Потому что есть две независимых x и y. А в нашем трехмерном пространстве это вот такая вещь. С точки зрения степеней свободы, вы можете все пространство, трехмерное наше, разбить на кубики бесконечно малого размера. И каждый кубик будет как одна степень свободы, как один электрон, условно говоря. Ну и поэтому у вас непрерывное поле. Это всегда система с бесконечным числом степеней свободы в пределе бесконечного объема. Так вот, это отличает принципиально дискретную симметрию, которая у нас была вот такая. И у нас она включала всего две точки, там, грубо говоря, плюс-минус единицу. Тогда это не поле. Я не могу дискретную симметрию продолжить на функцию х. А когда у меня была непрерывная симметрия, глобальная, то совершенно ясно следующее, еще раз говорю, что если я вот так запараметризую мою переменную, мое поле, и буду сдвигать альфа на константу, то ввиду инвариантности энергия не изменится. А это значит, что альфа в пределе альфа равного константе, поскольку этот будет равен нулю, то потенциал по альфа должен быть равен нулю. Но теперь, когда у вас ρ болтается вокруг нуля, это неадекватная переменная. У нее нет нормального кинетического члена. Но когда ρ
болтается вокруг нервля, то есть произошло спонтанное нарушение, она становится адекватной переменной и будет обязательно описывать безмассовую степень свободы. И никакая теорема Гастона не нужна, это видно на глаз. Теорема Гастона на самом деле нужна, как это обобщается на другие менее тривиальные симметрии, более высокие. Я ее тогда сформулирую. Сейчас, может быть, перерыв там недавно сделаем. Давайте сделаем, а? Ладно, да, конечно. То есть теорема Гастона в общем случае попробую сформулировать. То есть пусть у меня есть какая-то непрерывная симметрия, это группа G, абстрактная, но непрерывная. Пусть в этой группе G имеются генераторы. Ну, например, это может быть группа, я не знаю, SU3, SU2, там, что угодно. Это ее генераторы. Их сколько-то штук, в зависимости от алгебры или соответственно. Так? Теперь, пусть эта группа G, ну, в том смысле, что ваш Лагранжа имеет, включает какие-то поля. И эти, и он инварианты по преобразованию из этой группы G. Пусть у вас потенциал такой, что происходит спонтанное нарушение симметрии. То есть средние поля по вакууму не равны нулю какие-то. И это явно не инвариантная вещь по преобразованию симметрии. Это просто то, что я сейчас говорю. Это обобщение нашего простого примера U1 на более неамперевские какие-то нетривиальные группы G. Так вот, когда у вас, может быть, я напрасно сейчас начал в общем виде формулировать это, но поскольку осталось 5 минут, то уже я все равно еще другого не успею, я тогда закончу. Теперь, когда у вас какие-то поля средние по вакууму не равны нулю и спонтанно нарушили, то это не значит, что вся симметрия спонтанно нарушена. Часть может остаться, а часть нарушится. В общем случае, у нас будет сколько угодно таких примеров. Это в математике называется вот так. Что была более широкая симметрия группы G, часть спонтанно нарушилась, а вот эта группа, подгруппа, она осталась не нарушена. Тогда мы говорим так, вернее, эта теорема говорит следующее. Вот у этой группы G были генераторы. Их было сколько-то? А у этой подгруппы H есть свои генераторы. Это просто какая-то часть из этих исходов. Это подгруппа этой группы. Понятно? Поэтому ее генераторы – это просто часть этих генераторов. Ну и пусть, ну я их назову, я не знаю, другой буквой. Ну пусть тут будет N, а тут будет меньше. Вот столько осталось ненарушенных, было столько, больше. А вот столько осталось ненарушенным. Это генераторы ненарушенной подгруппы. Все остальные, n большое минус n маленькое, они нарушились. В том смысле, что когда вы берете ваши средние поля вашей теории по вакууму и будете делать преобразование, то если вы будете делать преобразование с этими генераторами, то у вас будет инвариантность, она не нарушилась. А все остальные генераторы, если вы будете с остальными делать преобразование, то средняя по вакууму будет не инвариантность. Понятно, что имеется в виду, что симметрия нарушилась
частично. В частности, это может быть единица, то есть тривиальная группа, что симметрия нарушилась полностью. Это пожалуйста. Но может быть какая-то часть симметрии остаться. Это зависит от вида Лагранжа. Так вот, ну, например, чтобы было нагляднее, пусть это будет группа СОН. Вот это. Какая-то. Тогда матрица преобразования ПСУ всегда может быть написана как экспонента. Тут стоит И, тут стоит, ну как их обозначить, Фи А, Т А. Это углы поворота, а это генератор. А это унитарная матрица поворота из группы СОЭ. Там нужно писать, что коэффициент генератора Но если это группа СОН, то да. Но здесь это абстрактная была это, потому что была абстрактная любая. А когда вы берете конкретно, ну давайте, если вас смущали обозначение. Еще раз повторяю. Здесь речь идет о любой неагеровской группе. И у нее будет какое-то свое число генераторов, n большое. А это конкретная группа, поэтому у нее конкретное число генераторов, как квадрат минус 1. А это параметры углы поворота. Так вот, что ясно. Смотрите, если у нас Лагранжан был в варианте, ну у нас входили туда какие-то, условно говоря, поля фи-ита, которые при поворотах преобразовывались по какому-то представлению. А это матрица поворота. И Лагранжан был вариантом по определению. Но только это глобальная симметрия, это подчеркиваю, это константные углы, они не зависят от их цели. Тогда ясно, по аналогии с этим, да, что только не надо одной и той же буквы, пусть это будет альфа, а. Вот это будет углы поворот. А фи это будет поля, потому что у меня все время одно и все получается. Вот теперь представьте себе, что у наших полей фи есть как бы модули и как бы фазы. Это обобщение. Когда у нас много полей, не одно комплексное поле, а там сколько-то. То если у нас, по крайней мере, часть модулей в вакууме, как говорят, законденсировалась, то есть средняя не равна нулю, то вот это будет спонтанным нарушением симметрии, в зависимости от того, какая часть из них спонтанно нарушена, или вся симметрия может быть нарушена, или какая-то часть ее может остаться. Это значит, что давайте теперь наши поля запараметризуем вот обобщением этого. А именно, будет какое-то количество модулей, а все фазы можно, я, наверное, напрасно сейчас в это полезу вообще. Представьте себе, что фазы мы сделали функциями x, x четырехмерных смысле. Но только очень медленно. Ну, в смысле, что производная альфа по x будет маленьким параметром. Медленно меняющаяся функция x. Это я пытаюсь просто дать обобщение вот этого простого случая. То если у вас модули законденсировались, то выбор переменных в качестве углов, у него будет нормальный, это будет подходящий перемен, у него будет нормальный кинетический член. Но совершенно ясно, что поскольку при альфа равном константе, у нас есть инвариантность, вернее, у нас есть инвариантность по сдвижке альфа на константе,
то тогда альфы не входят в потенциал. Они входят только через кинетический шлем под знаком происходит. Ну поэтому, сколько генераторов у вас нарушилось, соответствующие ему мы будут безмассовыми степенями свободы. Их называют Голстоуновские базоны. Вот это и есть герой Голстоу. Еще раз я ее сформулирую в одном предложении. Если была какая-то группа у Лагранжана, исходная симметрия, не была, а она и есть, конечно, то пусть у нас Лагранжан инвариантен по отношению к преобразованиям из группы G. Но пусть в вакууме эта группа симметрии спонтанно нарушена или полностью, или частично. Так что какая-то подгруппа H может и остаться. Тогда те генераторы, каждый из тех генераторов, которые нарушены, если ввести в переменные соответствующие им углы, вот эти, то эти переменные будут адекватно описаны безмассовые частицы, которые будут в спектре этой спонтанно нарушенной теории. Сколько генераторов нарушилось, столько будет безмассовых частиц. Вот это и есть теорема Голстоуна. Если не осталось никакой симметрии, ну значит все генераторы нарушились, и тогда будет ровно n штук безмассовых голстоуновских базонов в спектре. Если частичная симметрия осталась, то будет не n, а будет n большой минус n маленький. Только те, которые нарушились. Вот мы в следующий раз для нашей уже неадресской теории будем ее конкретно вот так тоже разбирать и увидим, что теорема Голстоуна работает, конечно. Тогда на сегодня все.